Итак, и всем привет, с вами я, Артём, сегодня это новое мое видео, и это у нас, как вы, наверное, сейчас видите, по поезду, вы, наверное, думаете, что я тут буду, у нас видео сегодня будет связано с чем-то с поездами, ну, если такие внимательно заметили, что рельсы-то изменены, и заметили вон ту штучку, то вы, то эти люди, наверное, догадаются, что сейчас у нас обзор какого-то нового мода, что ли, или обзор мода. И это обзор нового и новый обзор нового мода. Он как вы, наверное, большинство людей, которые знают Резонантика, да и помните мой обзор мода RRTPAC Ванила, то вы, наверное, его узнаете. Так, сейчас я возьму каждый из поездов по очередности. Итак, первый поезд это М62, и, кстати, они теперь в этой версии, смотрите, спавн R2, украинский окрас, спавн VL80, спавн M62, спавн ЧМ3, спавн 2 Т-106, но это мы на сладика ставим, спавн ЧМ3 РВД обкрас, обычный и РВД обкрас. Вот так. А сейчас я тут просто, знаете, вот хотел сделать еще видео про то, как я буду обозревать мод на ПК. Один пак. Ну ладно, сейчас не суть важно. Итак, используем этот шаблон. Сейчас я быстренько тут создаю, потом сделаю другой видос. Так, дальше у нас ТМ-2У. Самый первый. Тут тепловоз, он самый первый у нас в моде. Итак, сейчас мы его их всех наверх отправим. И будем по очередности от самого первого, от тепловоза ТМ-2, ТМ-23, заканчиваю М-62. Итак, начнем, давайте начнем. Итак, первый мод, да, они тебе обрели звуки спавна. Итак, ну, поезд как поезд, ничем не отличается от прошлых, из самых первых версий. Возможно, чем-то отдается, но я не знаю. Так, в этой версии теперь в этой версии этого мода был исправлен такой баг. То, что в прошлой версии, где, к сожалению, там Аврора, да, сейчас ее нету, там не было звуков. Я проверял в прошлой версии, но их там нету. В новой версии есть. Они, правда, что-то с подзывом, но окей. И также новая крутая функция, это как в НТ-паке, сиди где хочу. То есть, типа вы, например, там играете звуком, и вы зашли на такой сервер, где вы играете на железо, где вы строите железо, и такие, о, год это тепловозе, или там, не знакомые вагончики, там, покатаемся. И вот. Ладно. Нужно удалять все поезда. И, кстати, тут есть такая неприятная фича. Когда вы спавните R2, то у нее тоже есть такая функция, где сиди, где хочу. И, к сожалению, от этой функции остается неприятный остаток. Если вы один раз... Ну, так, все. А ну. К сожалению, в этой электричке гудка нет. Возможно, он... Вот. Вот сидите, где хотите. Это раз, а во-вторых, к сожалению, ну, то ли это как и был в прошлой версии с фигней, так он в этой версии остался. Также затронул это то и в электричке место, где сиди, где хочу. Так вот, чему я это все? Кто? Когда вы уберете, то у вас будут убираться примерно еще и те вещицы, которые остаются после той функции «сиди, где хочу». Ну, дальше ЧМ3. Но это как и в той версии, там, с дополнительным паком был ЧМ3. Так и в этой. И у них гудки работают еще у каждого. Ну, также такая же функция «сиди, где хочу». К сожалению, у меня какой-то баг происходит, то, что кофе у нас не парится. Ну, кофе должны вот эти штучки двигаться. Вы, наверное, сейчас видите. Гудок также, короче, как и в прошлой версии, он таким был. Зеленый однозначно то же самое. Зеленый ЧМ3. Так, не летать. Они у меня иногда летают, то с ним то же самое, только единственное, что отличается, это обкрас. А кстати, гудок. Если у вас громкие звуки, рекомендую сделать их потише, а то
Типа вот здесь орут, гудят очень громко. Так, следующий поезд в этом моде. Это VL-80. И Резонатик нам обещал в одном из видео, где показывал там, чего там добавилось. Там, где показывал то, что появилась такая вот новая консоль такая. Такого типа, они то, что там такие вот такие столбы, там такие вот столбы, над ними там какая-то решетка стоит, она на решетках уже вешаются эти всякие. И там еще также обновилось лезь рельсы. И сделали так, чтобы у VL-80 были всякие разные там. Вот это должна быть коллизия, но, к сожалению, здесь нету. Так, ну такая же функция сиди, где хочу, и у нее, кстати, еще одна функция есть. Как и у 2T116 точно так же есть. Смотрите. Берем вот эти детальки. Детальки, я не знаю, из-за чего они тут появились. Икс, виды, дозу, локс. Так, берем локс. Благодаря нему мы каким-то вот образом сможем... Так, вот, мы включили фары. Такая же функция есть на 2T116. Окей, следующий поезд. Следующая электричка, ну это та же R2, только уже под названием из надписи это украинский обкрас. Знаков, что нет белорусской. Гимн Украины. Если что, это гимн Украины. Не подумайте, что я украинец. Не знаю, как это объяснить. У нее уже гудок есть, в отличие от ее братица зелененького. Ну короче, такая же электричка R2. И М62. Вот он точно так, он... Все почему-то большинство поездов гудки одинаковые. А также, опять же, место, где сиди, есть функция сиди, где хочу. Просто вот эти вагонетки, которые там должен на них нажимать, они, к сожалению, больше не работают. Так, и последний поезд, новый. Новый, его в старых рельсах не существовало. Это 2T116. У него, кстати, такая же функция, как у VL-80. Сейчас достану все эти предметы, нафига я их убрал, не пойму. Так, берем этот, стыкнем. Это все отключается. Короче, вот эти вот функции работают на 2T-шке. Вот такая вот у нас 2T-ха. А обычно 2T-ха, если что, ничего такого непримечательного. Ну, это мой любимый поезд. У меня, в общем, есть Майнкрафт на компьютере. Там я установила новую версию этого Ванила Пак. 1.7, кстати, очень крутой пак. Надо скачать его. Я уже давно его скачал. И там такой же 2T-16, он там обновился, добавился обкрас РЖД даже. Обкрасы гудки точно такие же, ничем не отличаются. И еще, кстати, есть, если вы не забыли, то тут есть такой спавн РЗК. Вы, наверное, подумаете, что это такое за РКЗ? А вот что! Крейсер. Готовьте уши. А ты че не работаешь? А, я понял, вот эта вот штука тут мешается. Да хватит уже летать. Будет не такой фигур, но гудок массивный. Ухи болят уже. Все, замолчим. Заткнись. Ладно. И также там добавили не только такую консоль, но давайте сейчас заставим все рельсы. Вроде как из новых рельсов, это только переездные, а также они все одинаковые. Ну, заключение только вот этих вот хлипков. Они специально нужны, чтобы сцеплять рельсы. Такой же подъемчик, только уже измененными рельсами. Такие же поворотики. Такие же рельсы. А вот только вопрос, а где вот это там переезд? Вроде какой-то из этих предметов должен быть рельс для переезда. А, вот. Вот этот вот предмет.
Вот так новые рельсы. Также есть такие предметы. Ты, они тебе не команды выбираются. Ну, а те же самые вещи, я не знаю, что это. Я не знаю. Но вот этот предмет, вот этот вот, предпоследний, я брать не буду. А то там матное слово есть, а за него мне точно прилетит Бабен. Бен, и есть большая вероятность, что мой канал заблокирует. Мой канал забанят навсегда. Ну, всем спасибо за просмотр, всем пока.